Официальное число жертв превысило 200 человек. В штате введено чрезвычайное положение. На улицах лежали сотни и сотни тел. Паника среди населения вызвана данными Всемирной организации здравоохранения о неудачном испытании вакцины. Бюрократы лишились власти, и теперь мы сумеем защитить наших граждан. С сегодняшнего дня в Лос-Анджелесе также введено военное положение. Все граждане должны прибыть в указанные им карантинные зоны. Голодные бунты, связанные с нехваткой продовольствия, продолжаются, не ослабевая, уже 3 дня. Ответственность за оба теракта взяла на себя группа, именующая себя ЦИКАДы. Они призывают к восстановлению всех властных структур. Демонстрации протеста начались в ответ на казнь 6 приверженцев ЦИКАД. Воспряньте вместе с нами. Оказавшись в полной тишине, слушайте голоса. Доверьтесь ЦИКАДам. Доброе утро. Вставай. Пусти! Ну, хватит! Прекрати! Я говорил... Я заражена! Заражена! Да ну! И ты тоже. Не веришь? Задери рукав. Ну, смотри. Ну, ладно. Как говоришь, случайностей не бывает. Что это такое? Разводка. Она бы уже превратилась. Не похоже на разводку. Ну все. Черт. Что за фигня тут творится? Мне нужна пушка. Девчонка сбежала, она заражена. Дэвид, это плохо. Так, собери всех, кто без оружия, и уведи подальше отсюда. Господи, найдем девчонку, отведу детей в убежище. И убьем ее. Твою мать! Сдолбало! Он явно перегнул палку. Который месяц, говорю! Многое прощали. Эта малявка убила наших, да еще и заражена. Пора разгрести это дерьмо. Устроим собрание, проголосуем. Лабиринт.
кусает. Говорю же, у нас могут быть проблемы. У нас проблема, и мы ее решим. А теперь соберитесь. Будем искать ее. Куда идти? Где они? Тебя легко найти. Как это ты? Ну и ладно. Не убежишь. Ключи-то. Вот они, у меня. Ты не заражена. Зараженные так за жизнь не цепляются. Нужно добыть ключи. Так в чем дело, Элли? Честно сказать, я почти купился. Моя вера на миг пошатнулась, Элли. Но лишь на миг. Молодец. Все будет хорошо. Меня удивляешь. Так что ты такая упрямая? Попалась.
ни хрена не вижу. Продолжайте искать. Если она здесь появится, мы должны ее захватить. Надо охранять убежище. Вроде зараженный. А мы торчим у этого гребаного выхода. Идем цепью! Я так понимаю, ты хочешь по-плохому. Я должен ее найти. Должен ее найти. Твою мать, Эли. Знал, что ты бойкая. Ладно, сдавайся. Это не стыдно? Ох.
То есть нет. Не в твоем стиле, да? Давай, умоляй. Пошел ты. Самая умная, а? Думаешь, ты меня раскусила? Ты не представляешь, на что я способен. Элли! Стой! Стой! Убери руки! Тише, нет! Это я! Это я! Это я! Смотри! Смотри! Это я! Он хотел... Солнышко, ничего, ничего. Джоэл. Ничего. Не бойся. Ты слышишь? Нет. А что? Смотри. Больница. Конечная остановка. Пойдем, детка. Чуешь, какой ветерок? Раньше в такие дни я сидел на крылечке и бренчал на гитаре. Вот закончим со всеми делами, научу тебя играть на гитаре. Я думаю, тебе понравится. Что скажешь, а? Ты что, уснула? Чего? А, да, с удовольствием. Ну вот. Я вчера летала во сне. Правда? Да. Давай, рассказывай. Ну, я была в самолете полном народа. И все орали, как бешеные, потому что самолет начал падать. Я пошла в кабину, открыла дверь, а пилота не было. Я скорее схватилась за штурвал, но я же не умею управлять самолетом. И перед тем, как упасть, я проснулась. Я ведь сроду не летала. Странно, да? Ну, сны – дело такое. Thank you.
И еще одна пустая карантинная зона. Вот больница, о которой говорилось в записи. Пойдем, Элли. Может, тут срежем? Чего скисло? Не, все хорошо. Просто ты как-то сегодня притихла. А, прости. Нет, я же... Неважно. Можно по лестнице. Элли? Элли? Что? Лестница. Давай. Ага. Господи. Эй, ты куда? Элли! Элли! О. Смотри, скорее! Что это? Это что? Глазам не верю. Идем, скорее! Что за херня? Не спугни. Ладно, ладно. Ты чего? Все хорошо.
Иди сюда, иди. Мой хороший. Ну, подойди. Давай. Привет. Просто офигенно. Куда он? Ладно, давай, пошли. Ну, не спеши так. Даже... Ух ты! Красавчики! И как? Это то, чего ты ожидала? Есть плюсы и минусы, но, по крайней мере, тут красиво. Мы можем отказаться. Ты ведь это понимаешь? А какие варианты? Вернемся к Томми и... просто забьем на эту хрень. После того, что было... того, что я сделала... я не могу все бросить. Слушай, ты хочешь как лучше, но деваться некуда. Вот закончим, пойдем куда скажешь. Ладно? Все равно без тебя не уйду. Так что хватит уже. Как в прошлое попал. Почему? Сразу после катастрофы я оказался в похожем местечке. Куда ни посмотри, везде осиротевшие люди. Весь мир рухнул в одно мгновение. Ты тогда потерял Сару? Да, тогда. Я не представляю, каково это – потерять самого дорогого человека. Лишиться всего.
Сочувствую. Спасибо, Элли. Эй, Джоэл, у меня есть подарок. Вот. Мне Мария показала, а я потом ее утащила. Надеюсь, ты не против? Давно пора понять, что от прошлого не уйдешь. Оно все равно тебя настигнет. Спасибо. В этот раз все будет иначе. Я точно знаю. Ты о чем? На этот раз цикады ждут нас. Я уверена. Солнечный день прервал ужасный стон, и изо всех щелей дверей вместо людей сотни страшных тварей вырвались, чтобы теперь питаться нами. Никто об этом и не думал, но это пришло. Зло в дома и квартиры всех уже трясло от того, что понять не мог никто, как бороться с ними и что нам суждено. Это эпидемия, люди заражены. Никто и никогда не видел такой войны, когда с одной стороны здоровые живые, а с другой ходячий труп, пути к тебе ищут любые. И наш с вами герой бьется за выживание. Есть желание бороться еще за признание и доказать бездушным мутантам этим, что пока бьется сердце, не боимся смерти. И вот новый день в этом диком мире, в котором кроме зараженных есть еще чужие. Бандиты, мародеры, людоеды, группировки. Им бы помогать друг другу, а они как волки. Нам предлагают сделку за хорошую награду. Провести девочку надо через 7 кругов ада, через зараженных, через ходы подземные, в которых лишний шаг и вперед ногами первые. Это путешествие будет длиться год. Почему узнает тот, кто игру пройдет? Куда направляются наши два героя? И чем так важен для всех этот ребенок? Для тебя больше 10 видов оружия. Не думай, что это мало, а больше просто не нужно. Ну и конечно, можно улучшить свои пушки. Бронебойный прицел — это уже не игрушки. Также можешь ты себе делать вещи: аптечку, нож, гранаты и похлеще, бомбы с гвоздями и коктейль Молотов. Все собрал сам и к войне готов. Как бы описать графику одним
одним словом. Офигенно круто, супер или здорово, все одно, графа просто мега. Тут 11 баллов, точно не помеха. Сюжет, в игре такой сюжет. Сценаристы фильмов, просите совет. И нет, не 10 баллов, а конечно тоже на 11 баллов, больше похоже. Дико атмосферно, дико погружает. Иногда обстановку очень нагнетает. Сколько мы поставим музыки, а, друзья? 11, конечно, баллов, оценка моя. Просто отличный геймплей в отличной игре. Просто поверили, купи и сам провери. Сделано все удобно и доступно. Просто 11, просто все круто. Итог 11.0, и только так. По-другому не могу оценить никак. Если по играм мастак, то обязан ты поиграть в эту игру, как и все мы. Еще одна ваша просьба, идем дальше. Ждем новинок игровых и хочется почаще. Ведь это просто счастье, такие игры для нас. Это рэп-гейм-обзор The Last of Us.